Ковров, Ковровский, капитан Владимир Царев. Это капитан Коврова, игрок сборной команды Российской Федерации. Практически абсолютно все атаки Ковровского начинаются. Владимир Царев. Очень уникальный игрок. Прекрасно видит поле, и вся команда играет через него. Да, наверное, это и правильно. Уникальный, талантливый парень. Молодец. Свободный 16-метровый в сторону ворот Ковровца. Пробивать будет, скорее всего, Сергей Крошка. А, нет, разыграть. Ну вот вам и счет открыт. Отличным ударом обыграв команду, гол забил, по-моему, Сергей Крошка. Номер 3, команда «Комета», Краснодарский край впереди, краснодарцы. Интересно выстраивать линию защиты спортсмена Ковровца. Просто так воротам и не прорвешься, не подъедешь. Мячом Сергей Крошка из команды «Комета» пытается растащить защиту Ковровца. Но это не просто. Штанга спасает ворота. От
Лично вратарь защитил ворота, не смог Сергей Крошка обмануть Ковровского. Хотя, казалось бы, сделал для этого почти все возможное. Но вратарь молодец, отстоял свои ворота. Да, казалось бы, все уже сделали. Но не тут-то было. Не смогли ковровчане отсветать первый гол. До двух ноль. Мяч забил Сергей Крошка, игрок под номером 3. С центра поля начинают Ковровский. Метровый в сторону ворот краснодарской команды пробивает Владимир Царев. Отлично, просто великолепно разыграли ковровские мотоболисты свободный удар. Хрестоматийно мяч был забит, кстати, очень-очень красиво. Молодцы, ребята. Видимо, спортсмен получил травму. Очень неприятный момент. Но надеемся, что все обойдется. Вообще, молодые ребята, очень мужественные люди. Но бывает на поле всякое. Многое мы видели.
Болельщики с южной трибуны, пожалуйста, не переживайте, что скорая закрыла вам видимость. Ничего серьезного там пока не происходит. Удаляется игрок краснодарской команды. Да и Ковровский тоже. Сторный мяч разыгрывает судья. Выиграли спортсмены Краснодарского края. Ну, мяч в руках у вратаря. Обманул вратаря Сергей Крошка, счет стал 3-1 в пользу команды «Комета». Ну, такой мотобол, конечно, нам не нужен. Извиняется Сергей Крошка перед Ватугой, но в мотоболе бывает всякое. И в этой связи пробивается свободный 16-метровый. Владимир Царев отработанным ударом немножечко промахивается, попадает в верхнюю перекладину, но не с той стороны. Поставленный удар у этого мотоболиста отлично. Много раз видно, как он поражает. Именно с таких точек ворота, ну, в этот раз не получилось. Закончились простые на ленточке, скажем так, оштрафованных игроков. Команда играет в полных составах. Продолжаем смотреть мотобол. По-прежнему счет 3-1, впереди «Комета». Thank you.
очень непросто Владимиру Царёву практически одному переходить в центр поля, да и раскручивать краснодарскую команду. Как говорит один в поле не воин. Но тем не менее, Владимир многое что может на поле, многое может показать. Вот еще бы ему в помощь реального игрока, скажем так. Первый период близится к своему логическому завершению. Счет по-прежнему 3-1. Впереди краснодарская команда. Игра проходит, как сами видите, в достаточно спокойном русле. Ожидалось, конечно, накала побольше. Но, может быть, второй-третий период изменит политику на поле. Посмотрим. Мячом ковровчане рвутся к воротам. Ну, правильно, сейчас будет свободный 16-метровый за неправильную атаку. Видновский судья Александр Минаев моментально зафиксировал нарушение правил. Опять перекаточкой хотел поразить цель Владимир Царёв, но пока не получается. Кстати, надо напомнить вам, его отец, главный тренер Российской Федерации Александр Царёв, помнится, былые годы замечательно исполнял такого рода удары, да и другие тоже. Вот отец передал сыну свое мастерское явное умение владеть мячом и мотоциклом. Вот, пожалуйста, счет вновь увеличен, счет 4-1. Последняя минута периода. Период закончен. Со счетом 4-1 впереди краснодарские мотоболисты. Уважаемые товарищи болельщики, напоминаю вам, что вслед за этим матчем состоится еще два матча.